На Яхлинском месторождении уран-нефтегаза разрабатывают кустовую площадку номер 15. Здесь планируют пробурить скважины. В данный момент достраивают нефтепровод, который соединит куст с дожимно-насосной станцией. Протяженность трубопровода составит почти 2 километра, а работы по рытью траншеи и сборке составляющих нефтяной магистрали подходят к завершению. Осталось смонтировать крановые узлы и провести промышленные испытания оборудования. Планируется завершение данных работ в начале мая месяца. Значит, на кусту бурение запланировано в июне месяце. На кусту планируется пробурить 16 скважин. Нефть с кустовой площадки 15 Яхлинского месторождения будет поступать на ДНС по новому нефтепроводу, который завершится строительством в мае месяце. При строительстве данного нефтепровода было задействовано 2 экскаватора, трубоукладчик и изолировочная техника. Дорога к кустовой площадке Яхлинского месторождения будет всесезонной. Также здесь построят высоковольтную линию протяженностью 6 километров. Отметим, что в марте этого года на месторождении завершилась телемеханизация. Такое техническое нововведение позволило нефтяникам удаленно контролировать процесс добычи и обслуживания производственного объекта в круглосуточном режиме. Для выполнения данной задачи на промысле было установлено 8 станций телемеханики и проведен широкополосный канал для передачи данных. Единственное месторождение, которое не было охвачено системой телемеханики СТМК ВЭП, было Яхлинское месторождение. На Яхлинском месторождении осуществляет свою операторскую деятельность завод «Турсунд». Отсутствие телемеханики не позволяло достаточно оперативно и правильно реагировать на какие-то изменения в добыче и разработке. В 2021 году было принято решение, значит, силами подрядной организации, используя оборудование, приобретенное ТПП «Уранефтегаз», выполнить телемеханизацию данного месторождения. Теперь с 15 кустовых площадок Яхлинского месторождения «Уранефтегаза» информацию о производственных процессах нефтяники получают в режиме онлайн.